Всем привет, друзья. Иду, консьерж говорит, вы только отъехали днем, а тут вам такое принесли. Ну, я думаю, вы поняли, что это, судя по размеру. Сейчас будем открывать вместе. Новые партнеры у меня в Ютубе, красавчики. Только я попросил, наверное, неделя прошла. Да, где-то неделя прошла, и кнопка у меня. Предыдущие партнеры опасные, ничего. Помощи от них не было, нулевая, пару раз. Пару консультаций за 5 лет. А тут ребята сразу включились в работу. Хочется уже посмотреть, как она выглядит. О, собаки тоже радуются. Что, ты тоже будешь кнопку смотреть? Барабака. Брюсик тоже? Сейчас я вам покажу. Ну, бультерьер уже к столу кнопки подкрадывается. Да, ты тут уже? Тоже будешь участвовать в открывании? Давай клыком бультерьера будем сейчас открывать кнопку. Покажи клыки. Ух, какие. Так. Кнопочка. Как долго она шла ко мне. Как долго это было. Наконец настал этот прекрасный день. Ами, где ты? Неожиданный такой сюрприз вечером. Шел я с работы. Так, упаковочка. Что-то тут мне подписал, кто-то даже написал. Ну, это мы потом посмотрим. Опа, класс. Неожиданный поворот. Вот она, наша кнопка. Да, до золотой далеко. Хотел меч найти, который в Танзании у масаев покупали. Хотел им открыть, но не помню, где лежит, не нашел. И вспомнил тогда, когда были в Танзании, было 30 тысяч только подписчиков. Канал YouTube по-прежнему наш не видит. Вот такая вот она тут. Ага, есть. Повесить. Да, сейчас уже у нас 142 тысячи всего-навсего. YouTube нас не видит, к сожалению. Вон там уже про золотую что-то пишут. Ну ничего, пока. Пока так. Есть там планы по экшену нормальному. Ну вы же чуть-чуть видели. И кто-то знает, кто смотрит постоянно наш канал. Вот так. Кнопка была достигнута, сейчас я вам скажу, достаточно долго, наверное, приблизительно роликов около 3000 было снято, около 3000 на момент, когда было 100 тысяч подписчиков, в районе 3000 роликов было, и по времени это заняло у нас с 15-19, 4 года, наверное, плотной работы. Ну, все правильно подписали. В общем, вот так. Приятный такой сюрприз. Что-то сын говорил, надо еще подтверждать, что-то будет. А может, он сам подтвердил, я не знаю. Он говорил там через несколько дней после того, как мы заявку подали. Нет, все. Все подтвердилось. И все пришло прямо домой по адресу. В общем, вот такой радостный день сегодня. Ну и суровый снял мотор, сбросил мне видео. Еще не открыли, что с мотором пока непонятно на Гранд Чероки, но покажу позже. Ну и по Виллису сейчас будет видео, буквально через пару часов, как мы на нем едем. В субботу будет, давайте анонс сделаю, в субботу будет ретро-пробег, выставка и день рождения Вити будем отмечать. Серьезная дата очень. С песней Сектора Газа есть даже песня про эту дату. Я думаю, вы поняли, какая дата. Ну, что еще нового рассказать? Ну, пока все. Подписывайтесь.
YouTube нас не видит, делитесь, ставьте лайки, пишите комментарии. К сожалению, новые партнеры тоже пока помочь не могут. Не знаю, я им там сбросил аналитику вчера всю, которая... по которой видно, что что-то произошло не то, но это помогли предыдущие нам, я думаю, однозначно. Помогли в кавычках. Ну ничего, все хорошо. Всем пока, до встречи. Приятно получить кнопочку.